Волк биткоина. Джон Овер, приятно познакомиться. Так, чем вы здесь, ребята, занимаетесь? Сейчас мы продаем коллекции магических карт за биткоины. 3 цента за акцию — это 3 биткоина. А можете продавать за биткоины что-то еще? Наркотики, например? Дружище, если ты сможешь купить деньги или наркотики за биткоины, я тебе отсосу. Я серьезно. Я хочу. Хорошо. Слушайте, мистер Римпер, у меня есть невероятное предложение для вас. Это новая цифровая валюта, называемая биткоин. Объясните поподробнее. Сейчас у нее низкая цена, но позже, когда китайцы начнут скупать ее, вы будете купаться в деньгах. Как вам такая идея? Вы хотите быть богатым? Да, я хочу быть богатым. Отлично, я оформлю на вас 10 тысяч штук. И добро пожаловать в центр инвестирования. Как ты, блядь, это сделал? Мы расширились за несколько месяцев. Поток продаж не прекращался, и мы заработали кучу денег. Вы мои суперзвезды биткоина! Мои чемпионы, мои покорители! Потому что, как мы знаем, у нас есть только одно правило. Продай или умри! Да-да, давайте, продавайте! Слушай, Джерри, если ты сейчас откажешься от этой сделки, я приду к тебе домой и выбью из тебя все дерьмо. У моей секретарши сейчас месячные, и это лучшие дни для покупки биткоина. Скажи ему, что надежда — это плохая стратегия. Да, это правда. Да, это правда. Привет, приятель, не хочешь купить несколько сладких биткоинов? 10 тысяч. Отлично, звучит отлично. Хорошего дня. Мы должны действовать. Это теперь твоя проблема. Я пришел сюда из инвестиционной компании Балстин, которая была 7-й по величине финансовой пирамидой за всю историю Америки. Скоро наша веселая банда стала неостановимой. У нас было все больше и больше наркотиков, секса и адрола. Но наша компания расширилась быстро. Слишком быстро. Мы все умрем! Мы все умрем! Я говорю сейчас о криптовалюте. Джордан, мы расширяемся слишком быстро. Биткоин не может развиваться в таком же темпе. Если это продолжится, шелковый путь прекратит функционировать. Да ты что? Я хотел бы посмотреть на это. Да, давайте посмотрим на это. В конце концов, я стал зависимым от наркотиков. Я стал параноиком. Правительство преследовало меня. И мне нужно было найти выход из этого. Быстро. Я дам тебе 10 тысяч биткоинов, если ты разрешишь мою проблему с агентом ФБР. Справишься? Вообще-то, я и есть агент ФБР. Да чтоб тебя. Держите руки за спиной, я сказал за спиной. Это беспредел, уберите от меня свои руки. Но ведь биткоин является законным. Тогда давайте продавать.